Карантин для учащихся столицы республики отменен. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора. Занятия в школах возобновятся в среду, 14 февраля. Такое решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия города. Так, по результатам мониторинга за прошедшую неделю отмечается преимущественно циркуляция вирусов дыхательных путей. Из обследованных больных на долю приходится 27%. Суммарно вирусы негриппозной этиологии составляют 88%. На вирусы сезонного гриппа А приходится 12%. По итогам шестой недели еженедельного мониторинга за эпидемиологической ситуацией по заболеваемости ОРВИ и гриппом у нас в республике идет пока высокий уровень заболеваемости. Но несмотря на это, те ограничительные мероприятия, которые были введены в городе Якутске во всех муниципальных образовательных учреждениях, это дало свой положительный эффект. Поэтому карантин, разграничение детей на прошлой неделе позволил нам снизить заболеваемость среди школьников в два раза.